здании. А стоит не только задуматься, но и почитать состав той бытовой химии, которой мы пользуемся дома. Насколько много веществ, мягко сказать, не полезных для здоровья, содержится в этой бытовой химии. И все эти вещества так или иначе попадают нам в организм. Какие последствия они вызывают, думаю, догадаться несложно. Я не зря назвала продукты, содержащиеся для чистоты в доме, косметикой для дома. Все дело в том, что в косметике для дома Фаберлик не содержится химии. Все продукты, представленные в этой серии, производятся на основе природных компонентов, которые биоразлагаемы и безопасны для человека. Линия «Дом Фаберлик» создана для того, чтобы вы каждый миг были уверены в красоте, чистоте и безопасности вашего дома. Косметика для дома от Фаберлик – это средство для тех, кто стремится придать своему дому неповторимый, прекрасный облик, создать в нем уют и атмосферу тепла, чистоты и безопасности. 2016 год был богат новинками косметики для дома. Вот мы тут некоторые представили, это и жидкое мыло с ароматом орхидеи и с ароматом яблока, и средства для мытья посуды с ароматом яблока, и водные спреи, освежители воздуха, и концентрированное универсальное средство, чистота и блеск, экстренное очищение. А также появились новинки аксессуаров для дома. Это шарики для устранения запахов в обуви. Так, мешок для стирки деликатных вещей. И вот такая вот губка-ластик. Все пробовали такую? Шикарно. Не все. Вот. Итак, сегодня мы поговорим о ней подробнее. Это чудо-губка, которая стирает все загрязнения. Итак, вот посмотрите, пожалуйста, губка «Ластик» – универсальный помощник для наведения чистоты. Возможны сферы применения. Бережная очистка любых твердых поверхностей, в том числе и стекла, стали, алюминия, дерева, пластика, хрома, керамической плитки и керамогранита, удаление грязи, жидкого налета и мыльных разводов в ванной, бережное удаление детских рисунков, следов от маркеров, карандашей, чернил со стен, пола, зеркал, стекол, дверей, предметов интерьера и бытовой техники, охоты, храм, мебели, деликатная очистка обуви, одежды, мебели и прочих изделий из гладкой кожи и искусственных материалов, удаление следов насекомых, столового стекла и пар автомобиля, очистка пластиковых элементов салона, автомобиля, сидений и натуральной кожи. Ну вот, почитайте еще, как с осторожностью, где использовать эту губку нужно. Еще один плюс этой губки – это то, что она безопасна для рук и не испортит ваш маникюр. Эта губка вы сэкономите время и идеально. Жалко таять будет. А ваш дом будет в идеальной чистоте. Итак, сейчас давайте мы с вами проведем небольшой опыт, посмотрим, как же... Девочки, подайте там маркер и зеленку. Как же она работает? В упаковке две губки. Да, в упаковке, обратите внимание, две губки. Вот, возьмем обычную доску, мебельную, да? Так, нужно губку смочить в воде. Вот вода, обычная вода, слегка сжать. Вот. Маркер перманентный. Да, который обычно не смывается ни с чего. Все, протираем. Подождите, чуть-чуть. Ну, давайте. Значит, это эксперимент. Я знаю, что стирается. Может быть, пока зеленку капнуть, чтобы было. Ну да, давай. Не надо, и так все понятно. Он перманентный, да, он быстро впитывает. Не, но мы же за неделю сразу же не протираем. Да ей главное не капнуть на пол. Страшно. Страшно ее дома держать, где дети. Так, если губка загрязнилась, то мы ее снова поласкиваем в воде, также слегка отжимаем. Она
она впитывает в себя грязь, поэтому ее нужно чаще. Потечет берет. Ну вот, смотри. Видно? Давайте сначала. Бумажку надо. Вот так. Вот, стираем маски. Практически без особых усилий. Просто протираем. Обычной губкой так не сотрешь. Все, не осталось еще, да? Еще раз промываем губку. Да, со временем эта губка стирается и становится совсем маленькой. Ну это супер пятна, которые, наверное, ничем нельзя больше оттереть. Только их можно. Супер. Теперь можно ребенку разрешать рисовать. Да. Маркеры. И нервы в порядке, и мебель чистая. Жалко, ластик стирается. Да, к сожалению. Но ничего. Ну, обычно, конечно, будет делать нечего. На кухне кто-нибудь пробовал это средство? Вообще. Да. Стеновые панели, да, шкафы. Пластиковые, да, пластиковые вот панели очень хорошо отбивают. Да. Ну, вот это. Ну, хорошо. Ну, как вам работать ей будете? Мне на неделю не хватило. Это на улице. Я первую просто выбрала. Две губочки в настоящем, вот, которые сейчас действуют, стоят 99 рублей. Сейчас они снова появились. Вот вчера я делала заказ, они есть в наличии. Их не было сначала, когда они были новинкой. Все разобрали, а сейчас вот они снова есть в наличии. Через зеленку. Вот такие вот уникальные вещи. Ура!